Очень много погибает наших братьев и сестер. Очень много смертельных исходов, даже сбивают пешеходов, уезжают с места происшествия. Просто сбивают, калечат, делают инвалидами, делают детей сиротами. Погибает из-за того, что наша молодежь, наши ребята лихачат, ездят непонятно для чего на огромных скоростях, на родительских машинах. Уважаемые дагестанцы, я призываю вас соблюдать правила дорожного движения, уважать друг друга на дорогах, так как от вашего вождения зависит жизнь пешеходов, других участников дорожного движения. Большая к вам просьба уважать друг друга и ездить нормально.